Амур? А цачок-то принес? Да ладно, так вытащишь. Эй, сорвался что ли? Ой, ё-моё. Что это такое? Сазанчик. Ну это, подсачик-то неси. Да не нужен подсачик, так вытаскивай, зачем? Я имею в виду садок. Что, ты его оставлять будешь? Да, я возьму. Пузатый. Вот как-то так. Надо же ночью, да? Ну, хотя как ночь, блин, еще не совсем ночь. Вот, начали поклевывать. Такие вот. Вот мини-фаланга пришла. Но мини. Реально мини. Такая маленькая на свет пришла. А вот и медведка. Тоже нарисовалась. Только скорпион остался, чтоб пришел. Пошевели. Я не хочу.
Да она замерзла. О, поперла. Всем привет! Приехали на рыбалку опять той же компанией с Саньком. Приехали вчера, пока разобрали снасти, все установили, уже дело было к вечеру. Немного закормили, клева особо не было, клев начался ночью почему-то, начали клевать сазанчики. Были и обрывы, и сходы, несколько сазанчиков поймали, уже в садке сидят. Ну, в общем, поклевывали. Приехал я именно в это место, потому что хотел половить на спиннинг хищника, судака, жереха. Обычно в этих местах много этой рыбы, но в этом году почему-то ее здесь нет вообще. Вот прошлый раз в жару мы сюда приезжали, я пробовал. Теперь уже похолодало довольно-таки, вот с утра уже прям дубак. Все равно нифига не ловится, не клюет. Пару жерешков видел, так в глаза мелких. А поклевок нет. На течении стоит там сазан, видать стаей большой. Плещется. Сейчас чуть-чуть потеплеет, чтобы я смог в воду заходить. Буду пробовать его ловить, туда спускать. Снасть буду по течению. А так вот донки стоят, закидушки. Сколько у нас их? Штук 8, наверное, стоит. Так что пробуем, ловим. Сейчас посмотрим, как с утра будет, клев нет. Пойду еще раз со спиннингом пройдусь. Поплавочку попробую еще раз. В общем, посмотрим, какой будет клев. Но сазан еще здесь, это точно. Думаю, амур тоже. Но вот что касается хищника, похоже, в этом году не судьба. Ну, по крайней мере, сейчас, может быть, попозже, осенью. Там, когда вообще холода будут и начнется клев. Посмотрим. Вот так, в общем, стоят закидушки. Там у меня две стоят. И вот здесь вот штук 6-7. Не знаю, поклевки есть, но такие слабенькие. Вот здесь в садке уже сидят сазанчики, я не знаю, сколько их там, штуки 3, наверное, или парочка, потому что Саня еще ночью бегал здесь, поклевки были. Ну так, сейчас еще прикормлю немного, может быть, даже перезаброшусь, я просто уже перезабросил, уже подергало парочку, не знаю, сняли кукурузу, не сняли, надо будет, говорю, сейчас все перепроверять. Вот такой барбос попался. Ну, такой стандартный сейчас. Не знаю, сколько он. За килошку чуть-чуть. Совсем немного. Ой-ё-моё, блин. Плавником зацепился все-таки. Да блин, это дурацкий подсак, конечно. Пора бы его уже поменять мне. Устал. Видимо, давно сидит уже. А так вот вчера вечером, пока сидели, вот там чай пили у нас. Место такое на берегу. Клев был, конечно, бешеный, но какая-то мелочь дергала. По-моему, раз вроде бы кто-то схватит покрупнее сход. Потом вот там вот вообще у меня оборвало. Вот и все. Чуть не успел. Все дно в камнях. О, в таких огромных. Перетирает просто и все. Рыба плещется какая-то, он, не знаю, может быть, все-таки жерех здесь есть.
но пока не видел. Скорее всего, это сазан плещется. Рыба вот здесь вот прям какая-то крупная плещется. Вот и вчера вечером плескалась. Вот именно на мелике, на течении вот здесь. А я понять не могу, кто это. Ну, по-моему, не жерех. По-моему, это сазан. Но почему он на мелике стоит, я, конечно, понять не могу. Вот вчера леску он об камень все обтрепало. Поэтому я оборвал. Сейчас восстановлю. И попробую вот туда забросить ее. Вот эту вот именно крайнюю закидушку. Не знаю, скорее всего, конечно, будет зацеп. Но мне интересно просто, что там за рыба так плещется. Глянуть надо. Может, клюнет. Ну, там прям мелко, говорю. Мелко и камни. В общем, хожу, бросаю здесь. Сейчас все-таки проверить, что это за рыба здесь плещется. Но это 100% не жерех. Хищника вообще, говорю, нет здесь. Ни судака, ни жереха. Вообще прям тишина полнейшая. Не знаю, куда он весь делся. В верхах и то. Рыба есть сейчас. И жерешата плавают. Ну а здесь почему-то их нет вообще. Ух ты! Фига себе. Тут он такой тяжелый. Либо из-за камней. Так кажется, что тяжелый. Ага. Уперся куда-то в берег. Здесь подъем резкий идет. И вот они туда упираются. И фиг вытащишь. Ну и плюс там еще где-то деревце лежало. И все не дергается. Скорее всего, сошел. А, нет. Не-не-не, натягивает. Давай. Надеюсь, что вытащит сейчас. Ну, давай. Блин. В общем, сейчас одну снасть оборвал там в яме. Впрочем, уже это, наверное, 5-6, которую оборвал там. Сделал с верхним крючком снасть. Вот здесь, где этот сазан плещется. Ну, хотя уже не плещется, как вот солнце вышло. Но все равно хочу в этом месте попробовать поставить. Если на дне будет крючок, то, скорее всего, поклевки никакой там не получится, потому что все дно в камнях. Ну и плюс зацеп 100% будет. А вот так вот есть шанс, в принципе, что случится поклевка здесь удачная. Только бы попасть еще как-то удачно. Ну вот там примерно он и плещется. Вот так поставлю. Посмотрим. Может быть, так клюнет.
Эй, куда ты такой? Ой, вот. Убежал. Даже кукуруза на месте осталась. Жаль, жаль. Гром гремит. Пойду, в общем, пару закидушек взял. На островок поставлю. Клев что-то слабенький. Пока день поставлю. Дальше видно будет, наверное, уберу к вечеру. Вот здесь, в общем, поставлю две доночки. Пусть постоят пока. Блин, целую кучу вот этих пенопласток набрал в карман. Что-то до сюда дошел, их, оказывается, нет уже в кармане. Куда они делись, фиг его знает. Ой, блин. Ну, хоть вот эта большая осталась. А те, как я растерял, вообще представить не могу. Я, конечно, буду далеко. Но благодаря камере, думаю, своей смогу наблюдать здесь за поклевкой. Тем более, вот здесь точно увижу. Ну, вот здесь, возможно, тоже увижу. Сейчас еще поищу, может, найду какой пенопластик побольше. На берегу поставлю. Вот так, в общем, на полном зуме выглядят мои закидушки там на островке. От места нашей стоянки. Ну, в принципе, все видно. Поклевку-то точно будет видно. Что там, сазан? Не знаю. Да? Да, наверное. В общем, иду снимать эти закидушки, потому что там люди приехали, сейчас там рыбачить будут.
И смотрю, оказывается, там поклевка вытянула. Пойду смотреть. Так, теперь посмотрим, кто там есть. Ничего себе, а что так тяжело? Непонятно. О. Пошел. Вроде бы пошел. Я здесь целую кучу понавешал. Тихо. О, не, это сазанчик, похоже. Дергается сильно. Да, сазанчик. Ну такой, нормальный. Ух ты, какой крупный, оказывается. Прям крупный сазанчик. О, какой. Здоровичок. Вот такой сазанелло. Эй, блин. Эй, стоять. Да, блин. Ох, золотая рыбка. Пусть плывет. Ну вот. Здесь все-таки клев, наверное, поинтереснее, чем там, где мы стоим. Но тоже уже заканчивается. Уже сезон проходит. Скоро как станет совсем холодно. Здесь уже так не половишь. Огромный! Я даже не вижу, кто там из-за солнца. Ё-моё! Да! Ходит там, купается, блин. А я его за кидушки вытаскиваю. О. Тихо, тихо. Да, блин. О. Такой вот.
Что-то так нехотя натягивает. Так, я сидел, смотрел. Короче, потихоньку что-то приклевывался. Чё там такой здоровый, что ли? Тянет нормально. Сазанчик. Да ты удилищем выкачивай, а не катушкой. Так ты запаришься. Угу. Блин, промазал. За камень зацепилась сетка. Вот тот также начинал. Один в один. Как дядя Толя говорит, сосет кукурузу. Я сижу, смотрю здесь под водой, что творится. Сазанчики нет-нет плавают там. Воблы, караси стаями. И лещи. Вот, наконец-то что-то, наверное, мелкое там клюет. Ну, будем сазанчика жарить сейчас, а с хвоста я сделаю эти, на крючки, на все свои закидушки насажу, так, на судачка. Вот такие вот сейчас пластинки сделаю и попробую судачка, там жереха, не знаю, кто клюнет из хищника и клюнет ли вообще. А может быть и сомик. Все, поставил так мясо. Крючки, конечно, у меня маловатые. Но это придется переделывать просто. Все снасти. Неохота заморачиваться уже. Потому что завтра все равно надо будет ставить на сазана с утра.
Вот и тарантулы пришли к нам на огонек, на ночной, вон на тот. Вот она. Но это не крупный такой еще, не подросший, но красивый. Кто к нам уже только не приходил за эти дни, и фаланги, и медведки. А вот и скорпион подвалил. Так, я же сказал, все будет. Ага. Полный набор. Подзамерз сидит. В общем, утро, ничего не случилось, никакой поклевки. Ну, может быть, где-нибудь кто-то и сидит мелкий, который не дергает сильно. Сейчас на кукурузу опять все буду переставлять. Ну, говорю, хищника здесь нет, видите, дно какое. Все заилило, раньше здесь полностью камень был, дно. Теперь и глубины нет, он полностью затянуло все. Скоро, наверное, здесь уже вообще глубины не будет. Мясо целое. В общем, все, собрались мы. Все, клево нет, рыбы нет. В подводную камеру уже смотрел то, что сегодня с утра. Ни одной рыбешки не плавает. Вчера кишило. Ни одной поклевки, ничего. Это вот одну ночь клевала хорошо, и вчера весь день клевала, тоже неплохо, и все. Все остальное время тишина, в принципе, была. Вон Санек там рыбы наловил, забирать будет. Ну, эти два неплохие, да? Смотри, поползли в воду. Ну, короче, все, в общем, по рыбе. Только сазан, амур, хищник. Никто не ловился в этот раз. В общем-то, только сазана, считай, половили. Поплавок пробовал, спиннинг вообще ноль. Хоть рыба и плавает, лещи. Ну, там в камеру сами видели все, подводную. Все, домой. Увидимся в следующем видео. Куда-нибудь поеду в другое место, поинтереснее поищу что-нибудь. Может, найду, где рыба сейчас водится более-менее стайно, кроме сазана. Все, всем пока.